Здравствуйте, уважаемые зрители. Сегодня мы бросим взгляд и расскажу вам про такую игрушку, как «Отряд шакалов». Игрушка такая чисто, чтобы убить время, если там интернет где-то плохо ловит. Старенькая такая игрушка, еще я помню, на Денди в нее играл. Довольно-таки приятненькая такая, прикольненькая игрушка для убития своего времени. Ну а прежде чем продолжить, давайте спустимся под видео. Нажмем красную кнопочку подписаться, а также колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Видео на данном канале выходит довольно-таки часто по разным играм. Также не забывайте подписываться на Discord-сервер. В Discord-сервере будут проводиться различные конкурсы. Ну что же, давайте я вам расскажу вкратце про эту игрушечку. Здесь у нас есть своя машинка, их множество разных видов. Получаете, набираете, и открываются машинки. Эти машинки необходимо прокачивать. Также есть определенное снаряжение у нас. Каждое снаряжение увеличивает свои атрибуты, как ущерб, там, защита, броня. Какие-то дроны есть различные, которые также будут вместе с вами атаковать. Усовершенствуется, три штучки собираем, получается одна зелененькая и так далее. Вплоть до золотых. Также у каждого снаряжения есть свой уровень. Чтобы прокачать определенный уровень, вам нужны чертежи. Эти чертежи у нас получаются в нашей игре. Давайте покажу здесь, как проходит игрушечка. Ну, как я уже и говорил, возможно, уже многие в нее играли, видели. Также, кто повзрослее, кто был в Денди, по-любому видел. Подводники раздражают, стреляешь, он раз умеряет. И причем игрушка такая, ну, из простых, сложненькая даже, моментами. Грубо говоря, чтобы пройти там подальше уровня, необходимо уже, чтобы машинка ваша была помощнее. Также, чтобы пройти полностью миссию, нам необходимо help me. Okay. Okay. Так, открывайте, давайте нам проходик, а то загородили, не проехать ничего. Проиграть недолго. Так вот, довольно сложная миссия, в чем смысл?
он не выпадает у нас. Thank you. 77% прошли, можно продолжить за валюту игровую, либо посмотреть видео. Но мы это делать не будем. Вернемся, получаем наше золото для прокачки нашего транспорта. Ну что же, ребят, кому понравилось данное видео, ставьте лайки. Также не забывайте подписываться как на канал, так и на Discord сервер. Всем удачи, до новых встреч!